Я хотел бы вернуться вот к содержимому ваших карманов. Что там еще помимо инструментов и коллекции? Там есть что-то такое? Да много всякого. Вот здесь, например, зарядники с набором переходников для всех гаджетов, так, что у меня есть. Ага. Есть даже несколько авосек. Авосек? Да. Причем не советских времен, а совсем недавно купленных. То есть вы просто ходите на всякий случай с авоськой, мало ли вдруг увидите что-то, ну, да, и будет куда... Должен сказать, что авоська надежней пластикового пакета. Как и многое советское. А вы знаете, их производят и сейчас. Правда, магазин авоськи на Тверской, 17, насколько я знаю, вроде бы закрылся недавно, но надеюсь, что где-нибудь еще откроется. Так, а здесь что у нас в правом? А здесь у меня бумажник. Ага. Такого причем, размера? А по спецзаказу сделан. Тут бумажник, ключница. Оба. И два кошелька для российской и украинской мелочи. Кроме того, тут такая вот складная сумочка. То есть вы готовы к концу света, вас может застать катастрофа в любой точке географической. Знаете, у вас все будет с собой. Я предпочитаю думать, что я готов не к катастрофам, а к предотвращению катастроф. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».